Кубики, кубики. Так, и... Так, на место. Так, стул. Стул, 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 на место. Сюда, осторожно. Ой. Ой, ой, Коксик, ты меня напугал. Это? Ты меня напугал? Ты чё крадёшься? Ты чё задом наперёд, а? Я не крадусь. Просто понимаешь, когда ходишь наоборот, приходится всё делать медленно. А то упасть можно. Я так уже два раза шлёпнулся. Ну а зачем ты? Зачем ты ходишь наоборот, если это так неудобно? Коксик, понимаешь, я один... Очень важный научный эксперимент провожу. Пытаюсь развернуть время. Чего-чего? Ну, пытаюсь развернуть время. Ой, а куда развернуть-то? Ну, куда-куда, вспять. Во что развернуть? Ой, вспять, это значит в обратную сторону. Вот. Слушай, Зубок, может не надо, а? Ну, понимаешь, Коксик, мне очень надо. Просто необходимо. А зачем? Я пока тебе не могу сказать. Это тайна. Вот разверну время, тогда все расскажу. Если получится. А то, может, ничего не получится, да? Тем более, если ты меня будешь отвлекать. Ну, ладно, ладно, Зубок. Так. Я больше не буду. Так, вот. Все. Разворачивай, пожалуйста, я тебе мешать не буду. Угу. Легко сказать. Разворачивай. Ты бы лучше помог. Время, ну знаешь, какое тяжелое, одному не справиться. Зубок, а нам не попадет, ну, за то, что мы время-то развернули. Никто не заметит. Мы его самую малость развернем, ну, всему, знаешь, минут на 15, а потом пускай себе течет дальше. Да. Ага. Ну ладно, я готов. Ты только скажи, что нужно делать. Я, понимаешь, я никогда время-то раньше не разворачивал. Это просто, Коксик, надо занять исходную позицию, потом вспомнить все, что с тобой было, а потом проделать все это, ну, то же самое, но только в обратном порядке, понял? Да. Ага. Слушай, а как мы узнаем, что время развернулось? А часы на что, а? Если время развернется, значит, и стрелки на них в обратную сторону отодвинутся. Понял? Понял. Но ты, Зубок, голова. Это, Коксик, научный подход. Ну ладно, так. Итак, на старт. Начинаю обратный отсчет. 3, 2, 1, 0. Поехали. Так. Так. Так, теперь вот сюда. Так, вот. Так, сюда. И ты что, Коксик, споткнулся? Да нет, это я специально. Ой, я кубики собирал, а теперь обратно раскидал. Молодец, соображаешь. Так, продолжим. Слушай, Коксик, посмотри, посмотри на часы. Оно хоть на минуточку развернулось, а? Не-а. Какое-то неповоротливое время попалось, но никак не разворачивается. Как? Да, действительно. Коксик, а может мы что-то неправильно делаем, а? А ты свои действия точно повторял? Да вроде бы вот это, потом вот... Слушай, а может это из-за того, что я все кубики разом из коробки высыпала? Я их складывал по одному. Ну, конечно, какой ты невнимательный. Так, собирай кубики и помни, в науке точность нужна. Хорошо, точность. Точность, иначе точность. Ничего не получится. Точность. Сюда. Погоди. Я вот сейчас кубики соберу. Значит, мне их теперь два раза надо собирать, разбирать. Какие два раза? Что ты меня путаешь, а? Ну, ты же сам сказал, нужна точность, точность нужна. Коксик, не путай меня. Вставай на исходную позицию и давай все заново. Ну и извини, извини. Я хотел как лучше. Так, стул. Он был... так. Или все-таки...
Вот так. Нет, нет, или... или так. Нет, вот так. А что нет, это вот... здесь происходит? Во что вы играете? Ой, дядя Юр. Дядя Юр. Дядя Юр, вы не могли бы нам не мешать, а? Да, дядя Юр, так. Не могли бы вы минут так, ну, на 15-20 так. выйти, а потом снова зайти? Да. Ну, в общем-то, конечно, мог бы. Mm-hmm. Но, честно говоря, что-то мне это не очень все нравится. И беспорядок какой-то странный. Во mm-hmm. что вы тут играете? Ну-ка, давайте рассказывайте, mm-hmm. что у вас тут происходит. Ну, давай, рассказывай. Mm. Ладно, хорошо, дядя Юр. Да. Мы вам все расскажем, так. только вы нам должны помочь, ладно? Ну, если хорошее дело, обязательно помогу. Ой-ой-ой, дело очень-очень хорошее. Можно так. даже сказать... Научный эксперимент. Угу. Да что вы. Да-да-да, мы, дядя Юр, время вспять разворачиваем. Уже почти развернули, но чуть-чуть не хватило это мощности. Да, нам помощник нужен. Стрелки на часах крутите в обратную сторону. Мы решили вам это важное дело доверить. Да, вот. Вы человек надежный, с вами мы его быстро развернем. Да. Спасибо, конечно, но кого его? Кого-кого? Ну, время! Нет, друзья мои, нет. К сожалению, время развернуть нельзя. А мы еще кого-нибудь на подмогу позовем, да, да. и все развернем. Да хоть весь Шишкин лес созовите. Но, к сожалению, это не в нашей власти, поэтому ни развернуть, ни остановить время невозможно. Тогда все пропало. А что пропало, Зубок? Да. Весь научный эксперимент пропал. А скажи, Зубок, тебя расстроил эксперимент, то, что он не получается, или что-то все-таки другое? Теперь уже все равно. Понимаете? Ну-ка. Я с Шуней поссорился. Когда? Когда? Минут 20 назад. А-а-а. Прям не знаю, как это получилось. Ну, у меня настроение было неважное, а она тут со своими делами. Ну, я ей сказал, чтобы она не приставала, что мне не до нее. И вообще, ну, словом, нагрубил, обидел. В общем, ты во всем виноват, да? Ну, а кто же? Я, конечно. А потом мне стыдно стало. Я ведь ее вовсе не хотел обижать. Как-то само все получилось. И чтобы исправить всю эту ситуацию, ты решил развернуть время. Ну да. Чтобы тот момент, когда мы с Шуней встретились, обратно вернуть. А скажи, и что бы тогда было? О, я бы тогда свою ошибку ни за что не повторил. Я бы совсем по-другому с ней разговаривал. Я бы все исправил. Да? Mm-hmm. Ну так ведь это же очень хорошо, что ты понимаешь, что ты виноват, что ты неправильно себя вел, обидел Шунечку. Но, правда, вот способ выбрал ты довольно необычный. Да? Mm-hmm. Значит, ничего уже нельзя изменить? Да почему же? Наоборот, можно. Ну как-то время же не разворачивается. Ну для этого совсем не обязательно разворачивать время. Нужно просто пойти к Шуне, все и объяснить. И попросить прощения. Ой, Зубок, мне кажется, она обрадуется. А? Вот так пойти извиниться? Да. Не, это трудно. Ну, знаешь, ну не труднее, чем развернуть время. Ой, не знаю, не знаю. А вы думаете, я справлюсь? Да, конечно. А мы с Коксиком тебе поможем. Точно, пойдем с тобой и будем тебя поддерживать. Ну тогда пойдемте прямо сейчас, а? Пойдемте. Только подождите. Все-таки давайте попрощаемся с ребятами. Ну давайте. Ну, да. До свидания, ребята. До завтра. Всего вам самого доброго. И ангел вам хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели.